Я создал продукт, который можно применять вне зависимости от цвета или типа кожи. Его тоже используют с профилактической целью для коррекции или предотвращения акне, розацеа, вреда от солнечных лучей или старения кожи. Кроме того, данные препараты используются для лечения, что делает их уникальными. Мы работаем на клеточном уровне, а не на поверхности кожи. Я уверен, что специалисты во всем мире работают согласно протоколам, ведь это относительно простой процесс, позволяющий каждому испытать, насколько полезно или здорово улучшить состояние кожи в короткие сроки. Разногласия? Верно. Большинство дерматологов придерживаются старых взглядов. Они сосредоточены на акне или мелазме, или других проблемах на поверхности кожи. Я с этим не согласен, поскольку я считаю, что необходимо восстанавливать кожу к ее здоровому состоянию. К сожалению, я единственный, кто провел исследование на здоровой коже. Проблема в том, что дерматологи старой школы считают, что не существует здоровой кожи. Создавая здоровую кожу, мы создаем новую философию, новые правила лечения. А клинические результаты подтверждают, что это важнее всего.